В эфире телеканала «Дом. 5 вопросов на злобу дня». Меня зовут Анна Ниченко. Здравствуйте. В этой программе разбираем актуальные темы. И сегодня говорим о пенсионной реформе. Что изменится в следующем году для пенсионеров и для тех, кто ими станет еще не скоро. Николай Шамбер, советник министра социальной политики, с нами сейчас будет на связи по скайпу. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте разбирать все поэтапно и по пунктам. Две накопительные системы будут, да? Расскажите подробнее, какие? Значит, накопительная система будет одна, в принципе, так? Это будет накопительная система обязательно. И мы таким образом внедрим полноценную трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – это солидарная система, которая действует сейчас. Второй уровень – то, что мы собираемся внедрить, накопительная обязательная система. И третий уровень – это накопительная добровольная система, которая люди делают, добровольное отчисление, которое, по сути, уже действует у нас с 2005 года. Что касается профессиональной накопительной системы, это как составляющая часть второго уровня, и она касается работающих на вредных производствах, это не дополнительно к пенсии, это тот механизм, который на сегодняшний день есть по более раннему выходу на пенсию тех, которые работают во вредных условиях работы, они будут переведены тоже вот такой же механизм досрочного выхода, но через накопительную систему. Планируется, что мы также постараемся запустить начало этой системы в следующем году, но оно будет касаться тех, которые еще не достигли 35 лет. То есть это перспектива долгосрочная. А расскажите, пожалуйста, детальнее об этой перспективе. Что будут делать люди, которые не достигли 35 лет? Каким образом они будут откладывать деньги? Они сами не будут откладывать. На сегодняшний день работодатели за них отчисляют пенсии. Таким же образом работодатели на них будут за то, что вредное производство, будут отчислять дополнительные взносы, которые будут идти на негосударственные пенсионные фонды. И они будут в дальнейшем, с этого будет формироваться их пенсия досрочная. Смотрите, речь шла о том, что будет возлагаться это на плечи и работодателя, и, соответственно, самого работника. Как вот это распределение будет идти? Если мы говорим о накопительной системе общей, то там будут отчисления и от работодателя, и от работника. Законопроект, который сейчас есть в Верховной Раде, 2683, он предусматривает, что работник платит 1%, работодатель 2%. И если работник увеличивает этот процент, работодатель тоже, соответственно, увеличивает пропорционально такой же процент. Но это касается общей системы. Что касается вредных производств, во вредном производстве виноват не работник, а работодатель, который не может создать безопасные условия. Именно поэтому вот эти взносы будут делаться от работодателя. А есть ли какие-то изменения для жителей ОРДЛО, для переселенцев? Ну, соответственно, часть вредных производств тоже там, поэтому это и будет касаться, но тогда, когда вот эта территория будет производить отчисления в нашу пенсионную систему. Угу. Разъясните, то есть тогда, когда наконец-то Россия уйдет, да, и Донбасс снова вернется к Украине, тогда каким образом будут пересчеты пенсии, возможно, или это накопится вся сумма, или уже с того момента начнутся перечисления, известно ли сейчас? Это с того момента начнется отчисление. Что касается нынешних пенсионеров, которые живут на той территории, значит, Украина готова платить пенсии пенсионерам, но к сожалению, на той территории возможности выплачивать нет, поэтому, когда они приезжают сюда, соответственно, становятся на учет и получают пенсию, которую будет платить Украина. А как нам быть с Крымом? Крым так же само. У нас законодательство позволяет людям, которые проживают в Крыму, тоже получать пенсию в Украине, но для этого они должны приезжать. Но с Крымом немножко другая ситуация. Там Россия официально платит свою пенсию.
Поэтому они выбирают либо там, и, естественно, очень часто выбор делается в сторону того, что получают на месте. Угу. На самом деле, да, сложная в этом плане ситуация, потому что, с другой стороны, все-таки это граждане нашей страны, поэтому, в принципе, должны были получать деньги у нас, и вот так вот разделение, все-таки им выбор делать там или здесь. Не будет ли такой же ситуации, когда люди получали на Донбассе, в частности, когда получали там на территории от России, например, и получали здесь, у нас, от Украины? С Крымом ли такое не будет также? Ну, и Донбасс, и Крым — это оккупированные территории. К сожалению, Россия по-разному относится и к этим территориям. В Крыму они проводят выплату пенсии официально. Что касается Донбасса, да, там мы тоже знаем, что там делается выплата и называется она пенсией, но даже сама Россия не признает, что это официальная пенсия. Поэтому, видите, вот по-разному даже отношение к гражданам той и той части территории, которую они оккупировали. Мы в то же время относимся к этим гражданам как к гражданам Украины и, соответственно, готовы платить пенсию, если они не получают там. Крыму, например. Как-то юридически, будут ли казусы, как вы считаете, с этим, будут ли какие-то разбирательства на законодательной основе? Самое главное — статус этих территорий. Что касается Крыма, видите, Россия признала это оккупированной территорией, аннексии. То есть они как бы производят выплаты там, но мы готовы платить независимо от того, что это может быть даже пенсионер, он обращается сюда, и мы, соответственно, проводим эту выплату. Что касается Донбасса, ну, вопрос опять же, ну, вот тут очень сложный, кроме того, что мы не знаем, мы не можем и не имеем доступа на ту территорию, у нас нет абсолютно никакой информации, где там человек, где он проживает и так далее. То есть вот эти вопросы очень довольно сложные. И как раз вот данными — это самый главный вопрос. Если мы получим обмен данными, хоть какой-то, мы сможем тогда какие-то вопросы более оперативно решать. Здесь как раз-таки проблема, да, в данных, потому что какую информацию вы сможете получить для того, чтобы вот подготовить размер этой пенсии, какая сумма будет выплачиваться. Вот здесь также возникнет проблема. Ну, скажем так, пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2014 года, мы имеем о них полную информацию, которая была до 2014 года. Мы все это храним, и вся информация есть. То есть все те данные, которые были, ничего не потеряно. И о каждом человеке есть информация. То есть мы делаем все возможное для того, чтобы, будем так говорить, обеспечить возможность такой выплаты. Даже сейчас, даже в этих сложных условиях, но только на нашей территории. Услышали вас. Спасибо огромное вам за разъяснение. Нашим зрителям напомню, что с нами на связи по скайпу был Николай Шамбер, советник министра социальной политики. Говорили о пенсионной реформе. С 2021 года уже будут изменения. Что ж, у нас изменений в эфире нет. 16:30, программа «5 вопросов по будням». 5 вопросов на злобу дня. Ждем вас и разбираем актуальные вопросы, актуальные темы. Также мы есть в Ютубе и Фейсбуке. Смотрите обязательно и до встречи в эфире.